Раннее утро. Сегодня особый день в Иордане. Сегодня объявляют оценки выпускных экзаменов наших выпускников. С утра уже все проснулись, все в ожидании оценок. С нетерпением родители ждут этого дня. Не только родители, но и выпускники. И вот, наконец, он настал. Вот свершилось. Некоторые получили 95-98 баллов, некоторые получили 85-80. Но все ребята счастливы, они уже стали взрослыми, и они получили аттестат зрелости и готовы уже к новой жизни. Счастливые родители обнимают свое чадо, поздравляют его с успешной сдачей экзамена. Ребенок счастлив. Город оживает, все выпускники садятся в машине и колесят по всему городу, и сигналят, танцуют, пляшут, весь город танцует с самого утра. Кнафи – это особенные сладости в Иордании. Этими сладостями угощают по особым праздникам. Этим особым праздником также является день объявления выпускников экзаменов. В магазине большие очереди, люди покупают килограммами сладости для того, чтобы угостить гостей, которые придут поздравлять своих выпускников. Праздник продолжается до самого вечера. До самого вечера колесят машины по городу, сигналят, радуются, играет веселая, задорная музыка. Ребята отмечают свой, так сказать, последний день в школе и успешную сдачу экзаменов. И когда наступят сумерки уже, запускают фейерверки. Весь город вечером светится от фейерверков. Красочные фейерверки разливаются, рассыпаются по всему небу. Город не спит, танцует, отмечает до поздней-поздней ночи.